И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, я вот смотрю, что у меня в холодильнике только один куриный суп остался для курицы. Я прям как-то мало совсем. Помидоры, это три супчика сделаем, пожалуй. Я думаю, что там елка стоит. Блин, помидоры еще на курей тратить. Так, ну ладно. Ой, куда ты полез вот сюда? Три штучки. Пока хватит. Курочку надо будет покормить обязательно. Пошли наберем сразу снега. Так, цыпа-цыпа. Давай ко мне вот это вот, шиповник. Вот здесь наберешь. Отлично. Зайца он шастает себе, как у себя дома по льду. Блин, я так и не пять не починил, да что ж такое-то? Давай. Так, берем одну вот эту штуку, доски, гвозди. И где-то я молоток должен был держать, во. Наконец-таки. Через 20-ю серию. Так, тут более-менее. А, подожди, тут тебе не доски нужны. Ладно. На тебе дерево. Наверх еще можно сходить, глянуть. Так, вот, что тут у нас. О, ну вот это вот. Обязательно требует ремонта. Лось тут постарался, козел. Так, ну здесь и по одной штучке, там по полштучки. В смысле, по полштучки. По чуть-чуть, короче говоря. Ресурс тратить на вот это. Такое. Еле-еле. Там 600 где-то, там чуть-чуть, там это ерунда. По стеклу здесь попадали когда-то. Тоже опять же чуть-чуть. Здесь прям немножечко, это все ерунда. Не буду я это тратить. Вот когда будет больше, чем... Так что там хотя бы одну приготовила? О, хотя бы одну. Так, сразу шиповник. Холодос. Так. О. Тут сготовилось. Значит, ставлю... Ставлю металл у меня меньше всего. Блин, бесперебойник начал орать. Я думал, что уже свет выключили. Нет. Так, что там говоришь? Это я первый заберу. Так, доски сейчас вернем потом. Так, значит, ты приготовил еще один, еще один супчик. Я знал, что там наверху было разбито. Это точно где-то здесь должно быть разбито. Заборчики. Ну, тут, ладно, там, копеечку. Вот здесь где-то основное должно быть повреждение. Там чуть-чуть, не буду трогать. Так, их только не навернись. Ага, скрабик, блин, скрабик. Забрать срочно. У меня его прям дефицит начинается. Надеюсь, ногу не сломаешь тут. Ну, падай давай. Молодец. Так, и патрон надо хотя бы один сделать. Во-во-во. Так, лучше скраб. Потом сумку возьмем. Да тут ладно. Два скраба. Чекпот. Сутулы пойдешь? Не, говорит, не хочу. Еще шиповник. За зиму надо набрать побольше шиповника. Потому что летом его нет. А варенье варить круглый год можно. При наличии шиповника, конечно же. Так, сутулы, не подходим. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Эти игра издевается надо мной. Ни шиповника не дает, ни черта. Ой, в смысле, ни шиповника. Нету, никак ее, блин. Из головы вылетела. Семечку катона, во. Так, пришли.
Нос. Подходим. Следующий. Ну куда? Куда ты, блин, покатился? Вот тут и стой. О, красавчик. Там сумка была, если вернуться. Че ты там пляшешь там, а то? Пляшут они. 6 жира прям с двоих, неплохо. У, где вовремя? Так, это все в холоду сразу же. Это в меня. Это в холодильник. Так, вот это живет здесь. А это вот тут. Пока нет у меня ресурсов, чтобы починить пистолет. Я знаю, что там платы нужны будут, поэтому я сохраню молоточек. Верните на место. Ага. Спасибо. Закрой эту башку и треснешься. Так, генераторы. Тебе. Тебе. Еще даже на единичку осталось. Так, о, еще скрабик. Да ладно, спасибо, спасибо. Берем, 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 берем. Так не пропадай. Руки сейчас помоем. Так, обежим вокруг. На всякий случай, вдруг еще где сумка валяется. О, да ладно, тут даже две сумки. Мне что-то я сел как-то неправильно. Микрофон хрен знает где. О, так-то лучше. В смысле, сутулы появился? Его ж не было. Не знаю, где он был, но... Ага, вот он. Давай, давай, идем. Эй, пс! Кореш! Ты фигню поришь, пошли давай. Так, ребятки, становимся здесь и ждем. А я запущу пока этот вот. Тут уже масс энергии должна быть немножко набраться. Вот серьезно, вот кому вот... Вот не мог сделать, чтобы здесь надпись появилась. Пауза и... Запуск, нет? Алло, где вы там? Ага. Сделал черти по какому, чтобы, блин, сразу не... И непонятно, что там. Надо вот это нажимать. Ты че к моему дому подошел, жопой там трешься? Ни хрен мне тут стенку метить. Ты нос не опускай. Стал там жопой трешься об стенку. Ого, как ты, блин, как его колбасит. У него демоны вселились. Да не грызи ты решетку, блин. Тут с жопой трется об лед. Точнее, он даже ноги просунул сквозь лед. Ладно, жир-то я у вас все равно возьму. О, эти тоже жирные. Три штучки дали. Каждый по три. Ой, ну ладно, это пойдет туда же. На массу. Масса там так-то нужна. Так, и где-то здесь. Это здесь. А это я съем. Так, руки моем. Капец какой-то с этим, с этой зимой. Так, здесь, по-моему, не набиралось. Ну, еще раз попробую. О, нет, смотри. Либо я плохо стал, либо еще что-то. Так, яичко, отлично. Ты что, уже третьего? Третьего. Ну, на тебе еще воды, что ли, блин. Опять пошли лед набирать. Жалко, ее мясом кормить нельзя. Жареным. Все, да? Я вовремя подошел. Как раз 500 единичек осталось. 89. Во, на ночь. За ночь, короче, уже будет у нас двигатель. Мясо!
Нет, нифига. Картошка, кстати, выросла. Так, а куда же тебя ложить-то? Ну это ладно, влезет. Вот это. Ну вот как-то так. Еще давай. Картошечка. Ну-ка, ну-ка. Смотри, зайцы какие хитрые путешествуют. Картофан, давай. Мне нужен самогонка. Самогонка нужна. Фиг его знает, сколько этот... ну, жрет он, я понял, много очень. Квадроцикл не просто неимоверно много. Поэтому и топлива надо будет много. Сразу. Бэмс. Бэмс. Вот так вот. Давайте, растите. Картошечка. 50 штучек. Мало. Блин, а может у меня были семена? Что это я протупил-то? Да, на одну грядку как раз было. А что ты это вот собираешь? Переработчик всю эту гадость. Беспонтонную. Ну вот, хоть что-то. Еще не изготовилось. Вот, спасибо. На тебе воду. Топливо. Ага. Ты давай, давай. Копи нам энергию. О. Так, вода. Мясо есть, это есть. Картошку мы пересадили. Самогонку я так и не поставил. Скинул все в холодильник. У меня три. Еще не растаяло. Давай быстрее. Сюда подкинем. О, тут вообще ничего можно сказать нет. И ВД 64. Так, мы сначала самогонку сделаем. Ну, во. Так, что там надо? Картофан. В принципе, ему больше ничего не надо, кроме картофана. Буль-буль-буль. Так, все, отлично. Еще даже в плюс вышли по картошке. Так, две, алло. А то, блин, собака сутула какая-нибудь зайдет и тут пожрет мне все мясо. Так, что-то надо еще поставить, не? Может, что-то, чтобы пускай сгорает? Вот это вот, например. И куда? Наберем снега. Пока будем набирать снега, давай еще включим. Тут оно все равно чуть набралось-то. Давай. Там немножечко, прям капельку. Блин, погода портится. Только собрался выходить из... Алло. Тут прям находить точку надо, где поглубже его. Ну ты быстро жрешь энергию. 91. Ну, уже прям вообще осталось 9 единичек. 9%. Так. Долго. Все это происходит долго. Зато самогоночка варится. Так, у меня 4 бутылки. Давай, что там надо? Биотопливо нужно. Жирочек дай. 5 штучек. Серьезно. Полтинник у меня уже есть. Давай, делай. Ну, как раз. Больше нет, да? Где-то я еще слаживал. Запас уже начал оттуда тратить. Вот это фигово. Так. 60. Сколько, интересно, максимум? 100, наверное. Так, надо пойти посмотреть на ту базу, где она, кстати, была. Блин. Она была где-то вот... Где-то вот... Вот здесь, что ли? Не видно отсюда. Ладно. Ну что там?
Вода не растаяла. Так я ж 80-90. Ну, возможно, 100 максимум. Не знаю. Много это или не мало? Наверное, не очень много. И на последнюю прокачку я уже видел 4 платы надо. Синих. 4, Карл. Хватит ли мне этого? На 4 платы-то. Два, три, четыре. Еще одна даже будет, может быть, если я найду вот эти платы зелененькие. Блин, все. Все износилось просто. Кусочек съем. Так, есть, все, можно бежать. Пойдем навестим того тюленя. Ой, супчик, 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 супчик. Точно. Вечером курицу покормлю. Так, вот это тоже можно съесть. Оно мне не надо. Так, одну помидорку в себя и побежали. Вроде распогодилось более-менее. Курица, ты мне сумку нашла? Молодец. Что там есть? Батончик есть. Не буду возвращаться. Ради батончика. Так, ты да это... Она скоро яйцо снесет. Ну ладно. Я патрон опять не сделал. Да твою налево. Вернусь. И хотя бы... 3 штуки сделать. Лучше 4. Раз, два. Раз, два. И все. Пока вот так вот. А то сейчас все потрачу. Ну дай пройти. И от сырой рыбы ты тоже воду теряешь, да? По-моему. Вроде бы начал уменьшаться. Вижу сумочку. Шиповничек. Патрончик дай. Ага. Да что за... За ерунда. То... тебе батончик, то тебе перышко, то тебе ягодку. А где катон, например? Или зимой, хочешь сказать, катон не нужен? Разработчик, ты чё это? Так, он вижу, что-то там еще есть. Конечно, ящики сутулые, все как обычно. Ёй. Только сделал патроны, придется тратить. Тут много ящиков. Еще и скраб есть. А чё, костер горит? Ага, фундамент есть. Да бля. Волка стреляй, не меня. Дурак. Бежит? Наверное. Уже нет. А ты где? Блин, только подошел. Тут тебе сразу и по шляпе надавали. А, вон оно. Вон оно. Чудо. А где тут был волк? Не вижу. Но вижу сумку. В смысле, ящик. Дай мне. О, плата, одна, сохранение. Раньше больше двух, о, нормально. Типа три, общий класс. А сейчас одна, хотя бы одна. Я узенький, меня не надо стрелять. Ах ты ж падла. Где там кончились патроны или где? Ах ты ж тварь. Как я мог промазать него? О, спасибо. Козел. Че готовишь? Пепел, ну как обычно. О, у него кустик растет сквозь это. Я заберу. Все.
Все, мы нашли его, познакомились. Все нормально. Завтра он придет к нам в гости с утра. Так, скрабик. Прием. Причем обязательно. О, 11 уже неплохо. Мало, конечно, но... лучше, чем ничего. Так, сутулый, ты ж пойдешь со мной, да? Что у нас там по энергии? Можно съесть. Блин, даже шиповник, когда ешь, он тоже воду уменьшает. А что мне воду не мешает? Только готовая еда. Мясо тоже сушит. Ну ладно, мясо жареное. Еще ладно. Могу поверить. Блин, ну ты посмотри, я не видел ящик этот. Отстань. Сейчас вернемся. О, да ладно, здесь еще один есть. Давай, давай, давай. Блин, здесь сумка. Пошли давай, быстрей. Аф-аф. Аф-аф. Слышь ты, не отставай. Буду за каждым бегать еще. Аф. Оба 4 уровня. Ну чё мы там скромничаем? Давай. Заберем. О, он еще один. Ну что, там идете, не? Так, отлично. Быстренько повернулись, жопу подставляем, получаем, ерзаем. Давай, давай. Не хочешь по голове, будешь по заднице получать. Мне вообще как-то фиолетово. Давай, жир нужен. Сутулый, куда пошел? А ну иди сюда. Давай, давай. Больше никого? Вроде никого. Сейчас вернемся за сумками. Так, ну-ка, там походу уже все. Я думаю, хватит на этот. Да, должно хватить. Ну что, желтоглазый? Не ожидал такого. А вот так-то. Ну вот. Еще даже можно бинтик один сделать, хотя у меня есть. Так, движочек должен быть сейчас вот-вот. 98. Так, пошли отдадим этот жир и вернемся. Печка. Принимай. Так, на тебе. Это жаришь все в хлам. Не хочет он есть. Ну на. Пока, чтобы не пропало. Будем сжигать мясо и будем переработчик бросать. Так, делай один этот вот брикет. Топливный элемент. Ой, сумка. Блин, ну что ты там, все? Опять 4 болта. Чтоб тебе болтом по болту. Движочек какой-то маленький, что ли? Хотя вроде не особо и маленький. Ладно. Пошли брать сумки. Все равно другого выбора нету. Болты надо делать. У меня на болты, не знаю, хватит, не хватит. Мне может даже сейчас еще и металла не хватит. Так, где там что видел-то? А вот здесь видел сумку. Ящик, то есть деревянный, где-то здесь, вот он. И там где-то еще были несколько штук. О, скраб. Гениально, блин. Я весь день провтыкал, да, я забыл, как без перебойник, я забыл включить, и все. А столько все прошло. Я уже третий болт начал делать. Бляха. Муха. Ну, в принципе, я немножко плат нашел, и пока все. Пережарил мясо, потому что не хватает, ничего не хватает. Массы не хватает. И я закончил вот эту штуку делать.
Я молодец, конечно, да. Три болта уже есть. Третий точится. Четвертого пока не хватает массы. Офигеть, это я молодец. Провтыкал полдня. Я не заметил. А я себе рассказываю. Непонятно кому. Сам себе. А, ну хоть что-то. Ну ладно, что делать, уже новый день начался. Так что я и к охотнику ходил, убивал, я не знаю, я не помню, на чем я остановился. Наверное, вы это тоже не видели. Вот к этому охотничку я ходил, вот где-то он тут. Где-то он тут живет. Ну ладно, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.